Так, на той стороне поселок мебельной фабрики Афродита 2. Вот уровень, какая идет земля здесь с мусором. И здесь уже получается уже метра три, наверное, четыре. Просто навален мусор. Сравнивать с землей мусор. Свалка. Свалку закрыли, а мусор продолжает валить. Просто здесь навалена куча мусора. Еще одну свалку делают прям вот под боком. Вот такой вот срач. Еще немножко прошел. Здесь вообще все подряд. Ну, просто я говорю, свалка у нас под домами. Вот домов отсюда вообще практически не видно. Туда дальше пролетел, можно сказать, провода наравне с кучей. Вот так вот нам засирает все под боком. И кто-то дал на это все разрешение. Вот еще одно место. Деревья стоят. Деревья достаточно высокие. Их просто наполовину засыпали. Вообще, сравнивать все с землей. Мусор сплошной везде. Что еще хотел сказать. Я здесь как-то гулял. В прошлом году буквально. Вот эти дома я видел спокойно. Сейчас буквально дома видно только там, наверное, начиная, наверное, с восьмого этажа. Видно дома. Крайний дом вообще не видно, можно сказать уже. Еще чуть-чуть и совсем будет замечательный вид. Мусор и хлам. Вот, смотрите, битье. Пластик тут вообще все, короче. Сапоги. Ну, свалка. Свалка переезжает под бок к жителям домов. Thank you.
Вот здесь вот весь въезд завалили. Вчера я сюда заезжал. Сегодня же все. Заровняли всю дорогу. Проехать невозможно.